Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Итак, есть у меня маслина европейская. Растение достаточно взрослое, ему больше 10 лет. Как видите, запущенное, никогда не формировалось. Ветки растут одна на другую. Короче говоря, нужно заняться формировкой. Растение растет на даче. Летом оно находится на улице, дышит свежим воздухом. А зимой мы прячем его в дом. Зимой их растение абсолютно не растет, а летом хорошо наращивать себе шевелюру. Итак, посмотрите внимательно. Значит, У меня обрезка предстоит такая кардинальная вот это первая обрезка я обрезала тут вот через пару минут штатив не взяла поэтому показываю вам уже результаты работы можно сказать пообрезала все все что только можно значит это дело происходит где-то в конце июня в 20 числах июня но вы не переживаете все прекрасно отросло вот это вы уже видите результаты от как побеги отросли где-то уже тоже в 20-х числах июля то есть за месяц она хорошо от, от, отросла и тут я даже успела ее чуть-чуть еще раз почикать для формировки растение мне уже нравится но я уже вижу результаты сейчас уже октябрь месяц и я Позже сниму видео и покажу, какая же она красавица стала. Значит, видите, получается, у меня обрезка была уже после того, той кардинальной. Это я еще один раз ее почекрыжила чуть-чуть. Уже поприщипывала кончики побегов. И потом еще за сезон я успела ее третий раз чуть-чуть э, почекрыжить. Короче говоря, три раза. Ну, вот так вот, если вы... Э, Боитесь формировать? Не бойтесь, нужно обрезать. Я жалею, что я раньше этого не сделала. Что у меня получилось, баланса или не ваки, это уже решать вам.